уже сложившейся традиции выставка-ярмарка расположилась в знакомом для всех тверитян месте в ДК «Химволокно». Именно сюда в очередной раз приехала продукция из Беларуси и Узбекистана. Это трикотажные изделия для всей семьи с 46 по 70 размер, всего более 1500 наименований. Наши все вещи из 100% хлопка. Вещи не деформируются, не вытягиваются. Также привезли вам шерстяные носочки теплые, курточки привезли, мужские, женские, жилеты, ну и, конечно же, зимнюю обувь. И самое главное, что у нас цены все приемлемые, и нашими ценами вы будете все довольны. Довольными посетители ярмарки останутся не только от цен, но и от ассортимента представленной продукции. На прилавках большой выбор домашних халатов, нижнего белья и пижам. Кроме того, тверитян, как всегда, порадуют носки из Беларуси, футболки, штаны, рубашки и вот такие теплые жилеты. То, что нужно на оставшиеся морозные февральские и мартовские дни. Но и это еще не все. Также в широком ассортименте у нас футболки с длинным рукавом, утепленные от 300 рублей. Кальсончики теплые, футболочки с длинным рукавочком, 300 рублей. Рубашечки поло, длинный рукав, 500 рублей. Как отмечают продавцы, все вещи пошиты из 100% узбекского хлопка высочайшего качества. Отдельное внимание на обувные прилавки. Здесь представлено больше 100 наименований белорусских моделей из высококачественного материала. Размеры с 36 по 45. К примеру, вот такие сапоги из пресс-кожи по цене 1400 рублей. То, что нужно для грядущей весенней распутицы. Ведь вся обувь с прорезиненной подошвой. Словом, на этой ярмарке можно найти все, что угодно. Сапоги здесь хорошие, можно купить, что хочешь. И цена довольно-таки доступная. Узбекский трикотаж прекрасный. И спасибо узбекам. Вот это берем. У нас кроме узбекского и белорусского ничего, по-моему, качественнее нет. Цена и качество соответствуют. Выставка-ярмарка белорусского и узбекского трикотажа продлится в ДК «Химволокно» до пятницы включительно. Двери ярмарки открыты с 10 утра до 7 часов вечера. Никита Васильев, Антон Чечен, ТВ «Тверь».